Жены и дети участников специальной военной операции отметили День семьи, любви и верности. В штабе общественной поддержки прошли мастер-классы. Главная цель – укрепление семейных ценностей. Участники создавали браслеты из бисера. На каждом особая надпись – слова поддержки «Мы вместе, ждем вас дома». Мы с удовольствием пошли для того, чтобы поучаствовать в таком мероприятии. Очень интересно. Сделали сегодня красивые открытки, которые отправим нашему папе туда, на СВО. Ему будет очень приятно. Спасибо организаторам вообще за такую возможность, потому что мои дети очень сильно любят заниматься творческими вопросами. Данный концепт будем использовать в дальнейшем для работы с многодетными семьями, а также с другими организациями. Также стоит отметить, что созданные сегодня бисеры будут переданы бойцам СВО.